Очень отважные ребята, 10 человек были доставлены 7 июня в пятницу в больницу Мещика. Прямо с борта на машинах двое сразу в реанимационный зал. Они тяжелые. У Андрея, ему 22 года, пробитое было правое легкое. Различные минозрывные ранения, контузии. Удалось своевременно все сделать. В настоящее время находится в отделении реанимации политравмы. Второй тяжелый боец Лодко, он из Ивано-Франковской области, получил множественные минозрывные ранения, плюс тяжелая контузия. Все дни врачи больницы Мечникова находились возле них. В настоящее время они идут с положительной динамикой на выздоровление. Жизни ничего не угрожает. Другие 8 ребят не попали под тяжелый артиллерийский обстрел. Многих засыпало землей. Они получили психологическую травму. Еще больше из-за того, что погиб их боец, который находился рядом. Лена Анатольевна, скажите, пожалуйста, вот эти двое, которые самые тяжелые, и мы операции проводили, что было сделано? Мы делали санацию ран, операция не показана в настоящее время. Однако Андрею в ближайшее время придется провести небольшую операцию для того, чтобы сохранить функции и дальше жизнь.